Всем большой привет! Я уже потихоньку начинаю делать букетики к 8 марта, потому что у нас все-таки 23 февраля с танками, гранатами, бутылочками и 8 марта совсем близко, и поэтому лучше подготовиться заранее. Делаю я букеты, как я уже показывала, одеваю на шапку букета пакет-маечку, завязываю, все стоит, все хранится, ничего с букетиками не происходит. Сегодня буду собирать тюльпанчики, которые называются лебедки. Это вот такой тройничок. Сейчас покажу вам саму формочку. Они есть по отдельности, были по акции. Формочка с сайта «Мыльная вечеринка». Но сейчас акция закончилась. Очень выгодно покупать вот так вот тройничком. Вот такая вот формочка. На ней три разных тюльпана. Посмотрите, какие толстые стенки у силикона. Причем даже вот на большом тюльпанчике тоже. Ну, то есть формочка будет вам вечная. Такая вот настоящий рабочий инструмент. Смотрите, что хочу сказать. Насчет этого тюльпанчика. Достается он из формы очень легко. Многие боятся серединок. Но эта серединка прям просто выскакивает из формы, если у вас форма сама постояла в холодильнике и мыло холодное. Я доставала теплое мыло, потому что я немножко открывала лепесточки. Если вы посмотрите на мастер-модель на фотографиях в группе или на сайте «Мыльная вечеринка», вы увидите, что он довольно закрытый. Я сделала его намного больше диаметром, чем он есть на самом деле. То есть так можно поиграться, открывать или не открывать. И тюльпанчики будут как бы разные, но с серединками. Проливается все очень легко. Заливала я тремя цветами, фиолетового немножко, потом лила белый, а потом в конце совсем чуть-чуть салатовый. Вот такие вот цвета получились. Вот этот тюльпанчик самый большой, он весит 30 грамм, 29 даже. Ну и дальше пошли меньше и меньше. Вот так выглядит средненький тюльпанчик. Вот такой вот он. Тоже эти тюльпаны проливаются очень хорошо. Если вы новичок, вы можете брать их как бы спокойно. Есть такие тюльпаны, которые, например, «Авангард» тоже есть на «Мыльной вечеринке». Очень сложный тюльпанчик. А эти прям очень легко проливаются. Ну и вот самый маленький вот такой вот бутончик. Попробовала залить я еще, но это я как эксперимент просто, заливала в розовом, тоже очень красиво смотрится, видите, покрылась, заплакала моя черная мыльная основа, потому что, ну, я ее разогревала 5 раз, 6-й вот уже в стаканчике не выдержала, начала плакать. Ну, я тоже просто как эксперимент такой, как она будет смотреться в розовом цвете, тоже очень красиво. И, конечно же, все-таки согласитесь, красиво, когда серединка там вот такая вот светленькая оттуда виднеется, чем если бы он был однотонный. Так, в общем, ссылочку я вам оставлю на сайт и на группу, кому если надо. Сейчас очередь на формы 20 дней. В принципе, заказать еще себе успеваете, чтобы вам пришла посылочка и чтобы вы наделали себе к 8 марта таких красивых букетиков. Тюльпаны вот эти, правда, красивые. Мне мечта понравилась, но когда я заказывала, я ждала лебедушку даже больше. Буду собирать в обычные супницы. Почему? Потому что надо более бюджетные делать букеты все-таки. У меня мыльная основа очень дорогая. У нас Саптима сейчас по 435 или 25, не буду врать. В общем, аж страшно. Немножко ее украсила вот так вот бечевочкой, наклеечку наклеила. Чуть-чуть облагородила, скажем так. Ну и буду собирать сам букетик. Использовать буду самые обычные листья универсальные. Вот такие вот наши. Они очень хорошо подходят ко всем тюльпанчикам. И буду использовать разные всякие добавочки. Покажу по ходу действия. Вот такая красота получается. Ну, прям живые тюльпанчики. Конечно, я цвет почему-то, не знаю, почему решила делать фиолетовый. Наверное, потому что мне розовый надоел. А, смотрите, в красном с желтыми кончиками вообще будет, наверное, как настоящий. Очень красивый. Буду собирать букетик. У меня период уже определен в моей супнице, так как я наклеила наклейку. Она должна быть симметрично и ровненько. Сначала я расставлю те тюльпаны, которые у меня с серединкой, а потом буду заполнять уже остальными тюльпанами все пустоты. Вот. Тюльпаны, которые идут в центре, я поднимаю их выше. Если смотреть сбоку, то они получаются вот так, видите, выше. Добавлю немножко вот такой зелени, это снежаль. Ну, может быть, на других сайтах она называется по-другому.
Даже можно сделать так, чтобы она вот спускалась именно под тюльпанчик, ее пустить, будет тоже очень красиво. И вот такой зелени добавлю. Название я не знаю, но мне кажется, она будет тут не лишняя, красиво будет смотреться. И вот так потихоньку вырисовывается такой букетик, нежное облачко. Мне пока нравится, и зелени не очень много, и цвет тюльпанчиков получился довольно нежный. Я использовала основу белую и прозрачную, разбавляла, чтобы цветы были более естественные. Надо смотреть всегда, чтобы наша зелень не была вот слишком сжата между цветами. Это смотрится некрасиво. То есть сама искусственная зелень должна как бы парить между цветочками, а не быть приплюснутой между ними. И когда мы вставляем цветочки, тогда нам уже хорошо вырисовывается картина и видно, где поправить и где все хорошо. Вот он, такой период у меня уже готов. Ну, у нас еще есть тюльпаны и еще есть задняя сторона букетика. Букетик мой готов, вот такой он получился. Абсолютно не маленький, мне нравится и цвет нежный. Довольно-таки сам букетик воздушный получился. Очень удобно пользоваться тройником, потому что я 5 раз залила, и 15 тюльпанов у меня готовы. Вот целый такой большой довольно-таки букет. Вот он не маленький. Видите, вот по сравнению с рукой, он абсолютно не маленький. Очень красивые тюльпанчики. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Увидимся в следующих. Всем всего самого светлого. Пока.